О, амиго, всем хорошего настроения и приятного просмотра в прошлой игре. Мы долго думали, что делать, и нифига не могли придумать, и в самом конце мы воткнули эликсир. Все-таки получилось. И теперь, наверное, его надо выпить. С вами, кстати, GameKS. Добров, бобров. Эликсир, пьем. Пьет? И надпил. Шляпу. Хоп. Ворон. Нет. А, вот он, ворон. И куда ты сныкался опять? Фотография. Есть. Мне надо оставаться вороном или нет? Что-то это меняется. Давай останемся вороном. Ура, ура, ура. Эликсир мы не весь потратили. Запомним мы? Вроде не сложно. Но тут же без квадратов. Понятно нам, куда крутить или нет? Давайте от центра подумаем. Типа, хотя как от центра? От центра не получится. Отсюда, наверное. Нифига, наверное, отсюда. Так. Ой. Да? Загорелось. Итакс. Погружение какое-то. Что это за загадка такая? Понятно. Да в смысле, а больше ж нету никаких. А. Не только квадраты надо забрать. Это только квадраты, поэтому неправильно сделал. Кирка опять? Руда, вот и руда. Ура! Пошло дело. Ключ. Я не выбрал. О, ты скотч. Хотя больше на изоленту похоже, но пофиг.
Все дышит. Что-то первый раз такого вижу. Дай мне экстракт. Вот это что ли тебе? Че это я тебя должен поить? Ты кто такой? О, совушка, мой друг. Путешествие Дейла скоро начнется. Тебе нужно собрать все воспоминания. Они понадобятся нам в будущем для полноценного эликсира. Погрузись на самое глубокое озеро. Удачи, Олдос. Фотография и рубин. Рубин не знает, что фотография, понятно. Вытаскиваем фотографию. Тыдыщ. Ну, это, в принципе, простенько. Какая-то змейка. Где там? Простенько, но я забыл. Что бы он нарисовал? Вот так, что ли? Да. Блин, я просто забыл, что. Она-то простенько, но пока трындел, что-то вылетел с головы. Я все-таки пытаюсь что-то вам еще рассказывать интересное. Итак. Рубин? Нет. Что-то с последними не взаимодействует. А что с тобой не взаимодействует? Снова что-то начинается странное. Почему? Ничего не двигается, ничего не происходит. Куда рубин можно воткнуть? Подожди, дверь открывается вообще-то. Ладно. Чегось? Ладно. Батискаф какой-то. Так, и где это мы? Крючки. И куча всякой фигнотени. Непонятно. Поджечь можно. Ладно, допустим.
Это печка. Миска. Труба. Что это у тебя тут? Это на бошку похоже, перевернуто, нет? Стрелки. Кнопка. Ладно, непонятно. Угу. Завод какой-то. Компас. Энергия. 1, 2, 3, 4, 5. Перед тем, наверное, как что-то запускать, надо сюда что-то вставить. Наверное, может и нет. Перископ. Че, как он там? В которой ничего не видно. Или что-то в этом роде, непонятно. Какой-то шифр. Короче, у нас открылась новая типа комната. Короче, надо сделать, чтобы это что-то работало. А оно ничего не работает. Пробку взял или что? Что случилось? Что за звук? Я не увидел. Нет, не взял я пробку. Потому что в инвентаре у меня нет ничего. Ну, с кораблем что-то надо сделать. Распук сделал. Бриллиант? Нет. Чего тогда не открываешься? Дно 40. Очень много подсказок, но ничего пока не понятно. Ракушку взял. Чернильницу взял. Еще много чего появилось нового. Три-два раз. Ладно, будем разбираться. Инструкция какая-то. Как сос подавать или что? Пока ничего не работает. По-моему, должно лучше опускаться, но что-то не хочет. Странно. А комнаты закончились. И что тут тогда? Надо с чего-то начать. Ракушка. Чернильница. И снова мы не знаем, с чего начать. У нас есть какие-то координаты. Дно. Так не опускается дно. А, или вот. Но 40. Ой, я 30 нажал.
Что-то нашли, да? Дно 40? Три, два. Оно, не оно. Почему три, два? Подождите. Два вниз. Три, два. Так, нет. Хотя стрелка немного в другую сторону там. Не похоже, что мы правильно сделали. Но мы не погрузимся, даже если я правильно сделал. У нас ничего не работает. Так что даже если правильно. Далеко мы не уплывем, да? Нам надо как-то электричество запустить сначала. Не хочет от рубина работать. Не запускается, не работает, не хочет. Странно, да? Или не странно, или это все так нормально? Ладно, на этой великолепной ноте. Добро бобров, увидимся. Хорошего всем настроенчика.